Совет депутатов Орехово-Зуевского района собрался на очередное заседание, чтобы принять изменения в бюджет. Средства пойдут на ремонт дорог и повышение зарплат работникам образования. Также принято решение о передаче полномочий по обслуживанию станции обезжелезывания в Дрезне и в Куровском из городских поселений в район. Депутаты единогласно приняли решение по вопросу выделения дополнительных средств на ремонт детских садов и подготовку школ к новому учебному году. Так будут отремонтированы кровли в Дрезненской гимназии и детском саду «Аленький цветочек», спортзал в Давыдовском лицее. Также будет приобретен спортинвентарь в Давыдовскую «Дюш» и «Дюш Русич». В детском саду «Ягодка» проведен внутренний ремонт. Депутаты выделили средства и на повышение зарплат учителям и воспитателям. Будут добавлены средства и на ремонт дорог. Линская, Доровское поселение, Новинское поселение, на то, что там ямочный ремонт. Из районного бюджета будут выделены дополнительные средства на газификацию в сельских поселениях Белавинское и Дороховское. 400 тысяч мы добавляем на подключение вновь построенного газового оборудования. Это у нас поселок Овсюнино. Экономия средств произойдет за счет создания централизованной бухгалтерии, которая объединит сотрудников образования и культуры. Планируемые затраты после реорганизации путем слияния, когда мы объединим две бухгалтерии, составит 2 460 510 рублей. Значит, экономия таким образом будет составлять 203 910 рублей в месяц или 2 770 920 рублей в месяц. Также местные администрации Куровского и Дрезны передадут полномочия по содержанию станции обезжелезывания под контроль районных властей. Дополнительные средства решено выделить и на проведение выборной кампании. Напомню, что в сентябре состоятся выборы депутата Московской областной думы в сельских поселениях Давыдовской, Соболевской и Линской, а также в городе Куровское.